нажимаем кнопку, думаем, что сейчас подъедет. И вот уже неделю лифт не приезжает ни вниз, ни вверх. В основном я беру коляску, сейчас просто без коляски вышла. Коляску и вот так тащу. Я в день 3 раза выхожу, утром, днем и вечером. А если я покупаю продукты, это вообще ужасно. Дело в том, что, сами понимаете, на 7-й этаж очень тяжело подниматься, когда мы приболели. Отключить лифты сразу в 3 домах на Звездной посчитали нужным представители управляющей компании. Лифты все свыше 25 лет подлежат ежегодному продлению работы или раз в 2 года. Не нужно никакое предписание. Если также нет связи в лифте, его нужно остановить. Сроки эксплуатации лифтов истекли 15 лет назад, но в УК почему-то только сейчас об этом вспомнили. И сказали, пока каждая квартира не заплатит, мы вам 1300 даст квартиры, мы вам лифты не включим. До этого кто платил за экспертизу? За ее у вас не было с 2009 года. С 2009. А куда же вы смотрели? Кто в этом виноват? Да, в этом виноват? Вы у нас с 2007 года. На УК сейчас давление со всех сторон. Прокуратура выдала предписание проверить работу всех лифтов. В августе в соседнем доме подъемная кабина вместе с пассажиром опустилась ниже уровня 1-го этажа. Но устранить нарушение, как оказалось, вовсе не значит отключить полностью. В адрес руководителя управляющей компании внесено представление об устранении нарушений и приведении лифтового оборудования в надлежащее техническое состояние. При этом вопрос о запрете дальнейшей эксплуатации лифтового оборудования в качестве требований в представлении прокурором не ставился. Где авария случилась, да? Работает. Он работает. Им ничего, ни с них, ни экспертизу. Аналогичное предписание прокуратуры по-своему трактовали в одной из управляющих компаний Трусовского района. Предписание остановить лифты. Значит, прокуратура. Дошло до смешного. Многоквартирный дом в Трусовском районе. 4 подъезда. В одном из них лифт отключен, в остальных 3 работает. Жители собрали 14 тысяч рублей с подъезда на экспертизу и отнесли в УК. Там пообещали в ближайшее время провести обследование систем лифтового оборудования и официально продлить срок эксплуатации. Мы счастливы, лифт работает. Потребуется управляющей компании удобно собрать деньги. Удобнее собрать, когда людей поставил перед фактом. Действительно, проще так, нежели ежемесячно обеспечивать надлежащее техническое обслуживание лифтов, проверять работу всех составляющих подъемной кабины и исправность лебедки, вести полный контроль. Службы жилищного надзора по факту обращения жителей по каждому отключению лифта проведут собственную проверку, о результатах сообщат в областную прокуратуру. Артем Лепехин, Олег Райдер, Руслан Асанов, Центр новостей.